сегодняшний, знаете, я хочу вам показать там, где будет мясо, матюки, убийства и голые сиськи. Сейчас увидите. Так, значит, хорн, стандарт. Loud and proud, like my gay cousin. Loud and proud, like my gay cousin. You are too mad, Max. Слишком, блядь, безумный. О, мне больше нравится вот то, что там стоит. На тапочку кататься. Биба и Боба, два специалиста. Какого хрена? О, передец. Wait, попы. Машины прикольные. Блять, я умру сейчас. Я просто посмотрю на это. И машину твою забрали, лол. Она там же стоит. Забавно. Баннер. Хотел. По-фашистски написано. Спа. Полторы звезды, лол. Полторы звезды. Спустя 800 часов я это увидел. Почему я выпрыгнул? Ты чё, наркоман? Нихуя! Блять, я чё, наркоман? Ёбаный в рот! Блин, я даже парашют не успел раскрыть. Ты чё? Дэээээн. Блять! Доигрался, блять, долбоёб. Я думал, ты уже сел. Мне еще звезду дали за то, что ты меня выстрелил. Что? Что, блядь? Сам движение. Как? Ракета. А я не могу теперь это. Эй, педики, привет. Нифига себе. Что это происходит? Я ментов назвал по именам. Не, с ума сошли. И физику поломали. А, не, не. Доп. Дэнк. Не помню, как туда внутрь заехать. Как раз он не так намаслил. Как он? Где муж, да? Та сука. Захвата не урезали. Что за терминатор? Я ему в жбан попал. Три раза нахер, и в жопу 20 раз еще он засадил. А он живой был. Негру не привыкать после тюрьмы, как я вижу. Че он копом стал? Да, походу, это был единственный наш ход. Ё-моё. Пипец, как он едет, ё-моё. Там машины врезаются постоянно, разворачивают. Ты что, следишь за ним? Да. А что делать еще? А что, можно следить? На воду, что ли, смотрю? А не, как? Ну я имею в виду на карте смотрю, как его разворачивает. Я думал, прямо отсюда можно следить. А, понятно. На карте-то видно, что специалист большой. Блять. Хоть бы до гидры успеть. Сейчас я попит, еще мою бушу. Молодец. У Дефа там еще, знаешь, как эти стоковые пикчи, что за сердце хватает. Махает там. Та сука, ебучие столбики, блять. Та над столбика толкай, не в сторону столбика, блин. Та сука, перевернись. Ладно, я так доползу, как Буба. Без ног. Блин, я упал. Под столом, да? О, на двух колесах сейчас заедем. Паркуем. А о, все, нормально. Видишь, какой я мастер вождения? Нормально же стоит, видишь. Видишь, как новенький. Идиот. О. По увеличению. Ну не знаю, сейчас я разгонюсь. GTS-а пока сплеить. Пик-пик. Да.
А где он взорвался, я, кстати, не помню, где-то рядом взорвался. Я знаю, где он взорвался, сейчас прям туда и поеду. Так не создавать? Ми-ха! Чё? Не взорвался. Секунду, давайте я попробую. Блин, это какое-то везение GTS, если честно. О! Вот видишь, краш-тест. Вот поэтому надо покупать американское. You asshole, я знаю. Все, волосы больше не появляются. В смысле не появляются? Теперь ты лысый. Нету поверх маски волос. У меня сейчас есть. Инферно с классом. Не знаю, что на машину не выбрал. Нифига, меня на клиенте вы там такие вещи вытворяли. Видите, это надо заходить. Космическая программа этой Северной Кореи. Ой, блин. Так забавно. Че он по-чековски весь в этом малине? О, кстати, он в очках. Он в очках. По-чековски. Че ты, блядь, в шлеме, наркоман проклятый? В каком шлеме? В мотоциклетном. Ты в чем? Блядь. Прыгаешь вот сейчас с мотоциклетным шлемом. Сейчас долезу до него. Давай. О, Дюкодес. Фух, еле долез. Блин, я не успел сфотографировать. Все с закрытыми глазами такие. Кроме меня. Блять, как Бэйн с этими трусами наебали. О, велосипед, вот это, конечно, монстр. Целый Дюкодес отдельный. VIP. А, блять, у меня ж это копы спиздили. Велосипед такой стоит. Хорошо, не бутылку поставили тебе. Высаживайся. Сел бы и покатился. Разогнался. Блять, он оу. Что за... Это норма. Вы слишком мало в GTA играли. Я уже привык к такой херне. Мне надо еще 200 часов набрать. Сука, я обязан просто, это моя цель. Опа, вот ты попался. Все. Хаммер помог. Все? Мне так выпал, как говна кусок. Вот Дефилип. Да. Блин. Ничего не делал. Дошик заварил. Бронзу получил. Даже заварим, бронзу получим. Да. Ну же это. Чего? Не успел завариться, мы уже прошли. Будешь на конвое. Следующий мы долго будем проходить. На конвое будешь сидеть там сербать эту хуйню. Конвой долго проходится. Так брать четырехместную или какую? Опять этот звук. Блять. Как будто палку роняют. А что мы тут вдвоем только? Гоп, стоп. Опять бунт. Да, блин. А, точно, в разных же местах закончили. Такие эти чарджеры стоят. Пойду верну машинку, что ли? Колхозные. Велик, блин. Куда он пошел? Какого хрена? Я нажал F возле твоей машины, а он пошел. Нифига ты там, блядь, шуршишь. Ты что, бомбу там делаешь? Как в 1.6 на мыло калькулятор примотал, да? Хозяйственный вопрос. Я всегда думаю, что это какой-то батон. Что за наркоман в спорте? Батон, серый батон. Ну, не батон, а какой-то, знаешь, это кирпич.
Ты понял. Пиздец, ты доебаешь. Бонда, я понимаю, ты четкий, но лучше оденься потеплей. Батон, сука. Вертуха рядом. За горой где-то. На горе. Сейчас ара из горы так. Так, но я боюсь выезжать вообще. Она на меня при том уже... А, всё. Вон, ты живой? Да. Весь малины. Так, ну что, поехали? Поехали. Уф. Я жму ёкарный бабай. Жми ёкарный бабай. В этот раз, кстати, по скрипту нормально получилось. То обычно кто-то едет, а потом хост там. Эбом! Ditch the truck. Ну, смотри, Бонд весь малини там, блядь. Ты чё все варенье сожрал, падла? Смотри, видишь? Руки его. Совсем, блядь, совести. Он там сидел в этом... маслинах. Маслины ловил. Так он... сидел там на заднем сиденье. Так слушай, он шел, вертолет по нему выстрелил. Я думал, все, гамовер. Он такой сел в машину и поехали. Ладно. Сел так, сел, блядь, сидит. Дев, художник, он так видит. Пинс! Исчез так. Ну, исчез. Эх. Так обернулись, куда он попал. What the fuck? Это больно было. Больно в руке. Эй, руке больно. Руке больно. Замыленное все так вдалеке. Графон. Замыливают. Да четкие все такие. Дин Урбан, как не человек совсем. Что вы сделаете? Побьете меня? Конечно, деньги отбирал. Сомневаюсь. Ну подожди. Ох, я люблю этот консул. Я сбоку прилеплюсь. Сейчас. Секунду. Ставлю. Подожди, не бибикай, Масюн Оксаной. Бибикал. Бибикал ебучий. О, спасибо. How to be a gangster? Эй, я тоже хочу забоку. Дверь такая квадратная. Блядь, с другой стороны, вот мудак. Видишь, какой босс, нахуй, сидит там сзади, гопарь такой. Теперь он босс. С всех сторон охраняет. С будущего. Киберфьючер. Мы используем, чтобы... который мы заслужили. Заработать. Можешь мной, кстати, сбить кого-то. I got balls of steel. Вот это было смешно. Ты не убивал ему. Даже сколько, по-моему, не берешься. Ладно, для надежности. Если я встану, тебе будет плохо. Ты сядешь. На бутылку, блядь, сядешь. О, сразу бачик, как про бутылку сказал, сразу хопа и сел. Нет, я просто исчез. Смотри, шмара есть, давай шмару сбить. Вот. Сюда и. What the fuck? Действительно. И побежал. Икарус. 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 Такой звук, как мешок картошки. Домино. Такой глухой звук, интересно. Ой. Там у нее, собственно... Да нет, этот поворот. Собственная гравитация у нее была слишком тяжелая. А, вот сюда, сюда, вот сюда. Сейчас на поесть. Оп. Сейчас я споем. Что такое?
Я решил сесть сюда. По-моему, забавл. Ты зря, блядь. Ах ты хуй! Все, поехали. Ты имеешь, как ты. О, присадись. Испортил всю забаву. Да ебаный рот. Испортил всю забаву. Ах ты хуй. Хуй. Надо шмотить мотиваться. Блять, дев по дублове меня будет, а. Блин, только тут машин теперь мало. О, ну. Сейчас думаю, грузовики возьмутся. Я сейчас убью. Садись, бас. Настоящий мафиози. Как этот... Аль Пачино в Скарфейсе. Да-да-да. Стой, куда они? Блин, чё тут? Они чё... А ты видишь, машину украл, бипикает. Если я руку вытяну, она тоже будет физически. Тебе, кстати, нормально, не жарко. Под мышкой там жаришь. Нормально, да? Как запачкаешь, что? Надо, нужна эта сигара, чтобы... Прикури. Прикурить надо. Прикурить. Все, Дефу больше не давать курить. Давай, садись там. На бутылку. Прикурить. Левую руку держу. Ты Равшан? Да в банду ступи, чё. Вижу цель, не вижу препятствий. Стой. Тебе пизда. Садись. Горячий парень. Я сейчас умру. Да ладно, че ты поменяешься? Надо эту банку собрать. Так, надо скрываться от этого дерьма. Какие-то копы. Что, сука, за неуважением? Нет, давай, короче, становимся, они тебя на ручки наденут и все. А ну с тебе, блять, на бутылку наденут и все. Сука, наручники они наденут. Это там станция была, мы ее протыкали. Провтыкали, я в гетто еду. Ты что, в гетто станцию или хуй поебешь? Да ломается, нет? Нет. Опа, 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 опа. Еее. Так пытался убежать, но было тщетно. Все знаки собираем. Да. Ну так застревают эти знаки, крутятся. Смеется. Коллектаблс. Давай бочку. Ну ладно. Вот эту бочку. Давай. Блин, я от первого лица ехал, я не понимаю, где я. Ты чего вывалился? С парашютом даже. Парашют. Че такие перегрузки прям большие, бля. Да там колеса заговнились, смотри. Так заговнились колеса. Нойс. Сейчас позвалится как будто. Десантура еще урбан такой. С парашютом. Все? Нормально так? Нормально. Хроники Лакаша. Хотим по кругу зем.
Масленок. Живот болит. Это норма. Ты хорош крутиться, блять, придурок старый. Маразм, блять. Че тебе так легко сдувает? Давай, садись сбоку. Еще раз, может там еще больше машин будет. Сейчас в сосну эту. Сосну. На 180. Машина это как минимум тонны 4 весит. Смотри, сколько железа, от дефу хоть бы хны. Я тяжелее, поэтому центр тяжести у меня. Ты свою гравитацию, да, выработал там? Ага. Твою мать. Надо учиться. Приехали, пацаны. Мьерда. Самадры. На улице. С стороны не сесть. Проветрись. А? Какого? Лол. Почему я встал-то? Посмотрите, сынки, как надо садиться. Ебать, тупи инвизибл. Разборки фишерские. My God, Fisher, have you gone insane? My God, Fisher, you go insane. Дверь отпали. Справа передняя, а слева задняя дверь. Инь-янь. Смотри, факи показывают нам. Господа, мне кажется, покажу. Негр охуел. Сынкива фак. Ого. Цепная реакция. Ты чё, масленок, вставай. За работу говно чистить. А чё он не заводится? Алло? А, я не за рулем. А чё я не за рулем? Вы чё, охуели? Вы чё, охуели, блядь, я спрашиваю? Куда босса кочуряешь? Сам ты, блядь, босс, садись назад, сос. Да не так. Ты сейчас... Я застрял. Ой, строгер лоучер. Садитесь уже, блядь, со масленки. Все, погнали. Just Dima. Hold up. Блин, все равно мало машин. Вон стоят грузовики. Да не, я помню, что тут, знаешь... Что это такое? Что еще такое? Вы что, совсем, блядь, попутали дверя? Блядь, ай, блин, ты ж не в банке, господи. Вы что, сука, берега попутали, сынки, блядь. Блядь. Чё, блядь, сука? Вы всем, блядь, блядь, проблемы со здоровьем. Сука. Я фишер. Сука, блять. Сука, блять. Сука. Взяли, догопотили топой. Какой-то индус выбросил, блядь, еще топой загопотили. Я пытался этого индуса поменять. Я тоже, блядь, по индусу, блин. Битый поебал у меня, блядь, сука. Втроем. Совсем, блин, безбожники, блядь. Чего? Чтобы играть было интересно. Ой, интересно. Сесть в воду. Ой, кнопки заели сейчас. То пип сделала. Ну сколько глубоко ты сможешь зайти? Пока ты не обосрёшься. Ну тут не глубоко. Да, тут вообще. Сейчас даже я проверю. Вот, видишь? Колено. Я как-то вроде садился, что там только винт оставался, что ли. Да, блядь, не взлетает. Чё, всё, приехали? Блядь! Поплыли тогда, пацаны. Прям подводная лодка. Так не взлетает, блядь.
Поплыли. Шарю. Все. Поплыли. Ой, ой. Говно полетело. Поплыло говно. Меня спасите. Мне дверка. Как знаешь, как в Half-Life там, в оригинальном, там такая хуйня, что говно так стекает. Ага. Один в один просто. В Black Mesa там вообще... Текстурочка такая говна, она плавает. Yes, классно, да. Я заценил вообще 10 из 10, а может 12 из 10 до кончиков. Еще такой водопад. Пальцу. Ступеньки такие. Не хватит его накрыло. Курился, блядь. Блядь, по мне стрелять начали. Я деньги подбираю и конфетки. Украли копа там. Ну, почти. Я не помню. Нифига себе, коп прям мне в голову попал. Не за что. Что сделал то? Там так по слюну кинематографично получил. Нихуя. На чё он встал? Он стоит, смотрит. Да чё? Ищем. We're rotten way to die. Ты фонариком на него посветил, или чё? Блин, пару слов сказал тебе. Ну я тоже хочу посветить на его фонариком. Вот вроде бы свечу и ничего. Ближе подойди к нему. Он что-то согрелся. Ой-ой-ой. Раму включил, стоит такой. Все, он не... Блять, блять. Он черт. Он здесь, товарищ офицер. Там внутри? Не, я успел прийти. Мне банально все равно ничего не было. Ну выпал бы. Солнце светит, лицо, я ничего не вижу. Ты наркоман, сейчас ночь. Не знаю, как у тебя, но у меня день. Не, ночь. Сейчас скажу, сколько времени. 0:59 ночи. Дня. Не знаю, я про выгода говорю. Все нормально видно. Монитор темный из-за этого солнца. I tell you, we only need one of these. Other ones are spare. Redneck музыка играет. Don't want to draw attention. Pull the electrics, strip the plating, EMP will go in. Merryweather won't notice the difference. You guys want to eat armor in there, will you? Just come and take a quick right, now get going. Let's wrap this up. Back to you guys, and we thank you for being fans of our radio station. Родник радио играл, или это только я слушал? Только ты. Подожди. Стой ты. Если ты типа сядешь это за хоста, пропадет бомба или нет? Не пропал, ты пропал. Он там внутри машины был. Смотри, негр какой злой. С афро таким. Что? В космос. Космическую программу. Из гетто прям. Космическая программа гетто. Ну да. Куда ты садишься? Блять. Окей. Почти получилось по киношному, чтоб так хопа и сесть. В следующий раз. Бом. Все сделали скриншот. Раз уже. О, я как люблю эффект домино устраивать. Все время падаю, как домино, как
Что, застрял? Не, ну это не смешно. Я покажу, как я застрял. Да. Это двойне не смешно, то что зеркало застряло в здании. Надо выходить к этому застыть. Куда полез старый алкаш? Как действительно старый алкаш такой этот пиджачок. Надо было с водомазками. С тортлнеком. Такой вообще кошерно был. А это, кстати, с подтяжками, с рубашкой. Ну да, нормально. На подтяжке. И спортивки надо. Почти пирамидки, ники расположены. Almost. Ну все, дальше миссии полегче будет, там где стрелять надо. Ты уверен? Да. Там хотя бы не надо никакую машину вести через опасные места. Через дырку, что я люблю нырять, не поехали. Правильно сделали. Я бы еще раз поехал. Меня жизнь ничему не учит. Потому что явно два раза было недостаточно, мало. Надо еще третий. Да блин, садись. Как в сказках, на третий раз получится. По-любому. Какая красота. Про Ивана Дурачка сказка. Любая народная сказка. Ёп! Блядь! А чё он зато и вливаться пришёл? Блядь! Чё это вообще за херня творится? Я теперь не могу выйти отсюда, лом. Ай, блядь! Чё за херня вообще творится? Чё машина тут делает? Сейчас отпиздите от цивиляны. Такой-то. Да там пиздец. Вьетнам. Ай, блядь. Чё не всех убили-то? Как так? Ёпта. Он то крыл там застрял что-то в текстурах. Да, да, да. Вот, вот вылетел опять. Ты это видел, Лом? Как вылетали, блядь. Как Хэлл 2. Как в Хэлле они вылетают. Забавно. Пойду, еду в пропан. У тебя кру... это... ДПГС. Вот. Она там... это в гору врезалась. Отлично. Блин, а где этот пропан? Ты чё ты эти... А вот, я вижу. Ты чё этот... гольфкар так обижаешь, да? Мех. Въехал ничего. Дедуля. В горочку обогнал. Еее, бой. О, на массу убили. Поддоны надо обязательно. Видите? Не фиаты буйный. Залетел. Дюкс такой там полетел. Так вот кто на Дюксе полетел, понятно. Прям сразу в этот. Ну, я сразу туда запрыгнул. Классно, все сразу фары свои включили, космос освещать. А что еще ничего нет? Ну, ну да. На восьмерке тоже можно в космос освещать ночью. Нихт. А там же это... Дави его, дави! Еее. Дави его, сука. Нифига, он там проклеенный был. Но потом Робби отвалился таки. Тихо, тихо. Блядский, блядь. Штаны что, не резиновые? Да! Я хотел сказать, Дэв, я аккуратно прям за тобой. Я вижу, что ты прям за мной. Притормозил такой и сразу, блядь, фарш полетел. Давай, ты будешь в художество? Давай, я на тебя надеюсь. It's fabulous.
и упал. И он так исчез плавно. О, надо в дефо машину украсть. Велосипед украл такой. Да фак ты! Че это выгнал? Ты стал мой байк. Профессионал. А нау, блядь, все время ходить. Маской резиновой петуха на голове ходил. К сожалению, нет маски петуха. Уходить будем. Сильвер, твоя мать. Все фургоны по фоткам. На. Отличие от этого рандома. Е-бой. It's easy! Easy, сука. Сам нихуя не делал. You got one job. И все. Easy. Потому что он не умеет в одиночку это сидеть. Это же две кнопки надо нажимать сразу. Одним глазом смотреть на дорогу, вторым на радар. Ууу, блядь, сложно, челлендж, пиздец. Челлендж. Блядь, дай хотя бы поездить на этой хуйне. Опаньки. Здрасте. Дев, дай поездить. Сейчас, подожди, сейчас. Вроде стоит фриент. Ое, бой. Я поставлю everyone. What the fuck? Сука, блядь, призрак ебаный. Завуш, да. Ушел нахуй. Так. Дефары отдельно, что космос освещать включается. Нойс. Честно, куда Урбан пошел? И куда он, сука, так внимательно смотрит? Дев как-то в одной позе свидетель связано стоит вообще каждый раз. Каждый раз, ну вот там сбоку стоит, руки в карманы, блядь. Ладно, по один раз, а так сколько раз сюда не заходим, Дев так руки в карманы стоит. Невозможно, блядь. Ой, аж боку заболела, сука. А что ты творишь? Здорово, лежать хочешь, блядь. Светло стало, блядь. Да, внезапно. Опа, включили свет. Ну. Блядь, садитесь вы, сука, клоуны проклятые. Сука, ебаный в рот. Я выхожу нахуй. Блядь, ну нахуя ты так делаешь, сука? Мудак, блядь. Нахуя, блядь! Его под лопастью! Его на лопасти намотало. Он вышел, блядь, и на лопасти этого, блядь, мудозвона вина крутила. Ну ёбаный в рот, сука. Эй, блядь. Ну не мудак ли ты? Я выхожу. Я выхожу. Да, я выхожу. Ну, блядь. Пускай мы из-за стороны. Еееее. Вот видишь, стоит он на месте Дефа. Только теперь в шапке. На 12. Блин, маслины прям словно из глаз моих летят. Забавно так на это смотрю. Найс. Сквозь маслины так прошел. Раз. Ох, блин, ты, блядь, камуфляжный какой типаж. Где, да, где четвертый человек? Я не видел четвертого. Да, шутка защита. Кто меня там покатает? На волоса там туризму. Направо надо. О, я вижу его прям. Доставай. Е-бой. Молоток. О! Вот, понял, почему я сюда люблю ездить. И все, мы свою половину сделали. Блять! Сделали? Сделали? Да. Результат
Ой, сделал бум. Сраный столб. Сраный столб. Да, боёбы, сука. Настроили говна, блять. Пидеры. Блин, эти нехрен начать такие тёмные. Блин, я сначала думал, нахрена это, фонарик цеплять на все оружие, а теперь, блин, прицепили. Как бы мне раз... Ааа, Вьетнам, нахуй. Ты у двери? Нет. Собираешь пол ответ. Ну, ко мне я буду стоять. Твиттер скал. Не вздумай, блять, выходить из сраного вертолета. Блять, в шапочке наркоман проклятый, сука. Натянул шапку аж, блять, да нахуй, да гузно. Зачем ты так сделал? Нормально вот шапку, как я, нельзя одеть. Нет, он надел ее, да гузно натянул, чтоб очи прорезал. Наркоман, блять. Что там сверху? Да нормально, сейчас поедем. Вот видишь, стоит. Да ебаный в рот. Так мы дымимся или как? Нормально. Мы потерпели крушение. Сука, камень. Картошка торчит. Потай-то. Ты смотри, там на этом, на берегу тоже выбросился синякит. Сидят все там, генератор. А ты хоть то взял? Негр так телепортировался совсем. Сука, незаконно. На 3 часа. У меня цифровые часы, я не знаю. О, шашлык такой. На. Ой! Охуенно! Пострелял по баллону, у меня мои заблокировали, а он взорвался. Идеальный тайминг, блять, охуенно, сука. Я ж еду, обминаю этот шашлык, блять, стреляю в баллон. Ну, думаю, сейчас налево поверну. А тут меня дрелься и прямо так направляю. Вот на тебя, хотел бы он, получи, пидор. И я прям на него еду, я так, дед. Просто воздух тормозить сложно, знаешь. Блять. В жопу меня не надо пытаться выебать, сука, это не Россия, блядь. Так я... Что, по привычке, да? Главный, блядь, этот... Главный, блядь, этот хуй в городе, да? Где моя машина? Красавец. Хули ты телепортируйся, Адила? Не ждал, да? Нихуя не ждал. Пичес. Собаки. Я же говорю, собаки. Вот это ты обиделся, конечно, забавно. В смысле? Ну взял и ушел. Ну мне это просто выкинуло. Я как бы сейчас на месте стою. И я, кстати, тоже, только я в шмотках сюда, да, все исчезло. А у меня, короче, вообще забавно написано Urban Left. У меня погода, я увидел, как поменялась прям. Да, да, прям резко. Погода поменялась, шмотки поменялись. Да. Из машины вышел, так интересно. Я как-то не заметил. Ты моргнул, наверное. Как там, а не ты... Сервера Rockstar сейчас недоступны. Короче, поиграли. Е-бой! Сейчас пинусная. Пинусная, а, раскачиваешь это дерьмо. Нифига ты его раскачал. Этот вирус загрузим, как он там называется.
как там этот сейчас новомодный вирус называется, я забыл. WannaCry. Е-е, WannaCry там сейчас. А. Все, Сбербанк поломаем. Так, нойс. Будем фармить биткоины. Да, биткоины 1700 за одну штуку дают. Это, блять, охуеть. 1700 баксов за один биткоин. Когда-то он стоил почти 10 центов. Да там чувак с две пиццы за 10 тысяч биткоинов купил в 2010 году. Это была первая покупка за биткоины. За 10 тысяч биткоинов две пиццы. Прикинь. Блять, что это Фан? Было? Я просто правую кнопку нажал. Когда-нибудь такое видел? Как уж и быть. Да зараза. Какая жатва. Все ездят, но никто не попадается. Ой, классно так. Бах, бом. Типа такого. Еще так бомбу держу в руке, как этот, блядь, сраный этот совковый идиот. Кукурузу, как он, блядь, показывал. Хрущев, да, тапочком там пиздил по трибуне. Вот примерно так же стою. Блядь. Мать Кузьмы. Да, Кузькину мать. Прости, хорошо. Не верю. Без интонации сказал. Неубедительно. Дефа лучше получается, да. Определенно. Запиливай какую-нибудь четырехдверную машину. Как по мне, так этот шафтер получше чуть-чуть. Курумы будет. Его с первого раза не взрываешь. Шафтер. Меня две выдержало спокойно. Плюс он посимпатичный. Немецкий автомобиль, не японская, главное это. Мы же тут фашисты все. Особенно Дев там в тылах сидит. На Сибири это ебаный, на Урале. Прошу прощения, в Урале. Не на Урале, в Урале. Да. Может, на России, в Урале. В Донбассе. Уж это война. Война с чем? Со здравым смыслом. Мы ее давно проиграли. В смысле? Здравый смысл победил? Нет. Мы за здравый смысл воевали. А, тогда да, ну конечно. А я первый. Сворвал машину. Да вообще. Я, блин, простреливаемый. Нормально. Ты пока маслин наловишь там. Кто там стекло побил? Мудак. Так дела не делается, вон. Взял, поломал. Ах ты хуй! Испортил всю забаву, да. Руки больно. Кинематографичные. Синематографичные, из ниоткуда так. Дев скрипит. Ой, блядь, винчестер на 100% заоружен. А у меня псопис на 100% заоружен. Врум, блядь, стекло, блядь, побитое. Ну, я за такое бы убивал бы, нахуй. Австралия как Сурд Волт. Да. Австралия страна третьего мира. Вот это, конечно, забавно. Все, конечно, пустыня, но там, где нет пустыни. Там города. Такие нормальные, я думаю, города. Да у них в сраном Mad Max'е, смотри, дороги лучше, чем у нас, блядь. Хоть и руль, блядь, на пассажирском месте стоит, но зато, блин, дороги, блядь, после ядерной чумы там нормальные. Даже в Сталкере дороги лучше, чем у нас. А это самое близкое место к нам. Да. Ну, к вам, я, блядь, на Сумской области живу. Ну, все равно ближе, чем в Австралии. Ну, да. По-любому. Даже к тебе, Дэв, Сталкер поближе будет. Дороги идеальные, как яичко.
Там еще так окурок отскакивает вверх-вниз 50 раз. Забавно так. Постреляй мне задний стекло. Какой-то стекло. Ну, много надо. Сейчас я возьму апопистол, чтобы побыстрее помнать. Я пробил. Пробить надо, не убить меня. Ну, ладно. Давай на оптике. Когда я в дюкса, это ковай простреливается. Да, простреливается там легко. Задний вроде бы нет. Задний нет, боковые на раз. Ого. Это сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Пятнадцатая пробивается нахуй. Не одним локтем. Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Сука. Такие модные, блин. Просто модники. Мамкины и мамки. Найско. Классно, да? Все так выезжают. Нифига Дэв попёр, как на своей волынке турбированной. Или я обогнал его. Блин, подрезала. Она картонная такая, лёгкая. Она там из говна и палок склеила прям. Из говна и палок. Я серьезно, как настоящая волынка. I will kill you, S-Hor. Реально, с картона. С картона? Блять, толстая! Пропуск с картона, это двигатель из горной опалы. Самонаводкой это толстяк поехал прям на тебя. Странные мопеды. Я второй. Я выиграл, блядь! Блядь, я второй! Блядь, дурак! Я зато где-то балаклава на башке. Так. Что это было? Не знаю. Блять, два в одном прям стоят такие масонки. Так, что это так? Ох! Вообще молодец. Ничего, с эффектом говна. Гомофон. Сейчас подсветкой такой драматической. Валькирия. Давай в гуков схуярить. Сейчас я сбоку сяду. Так, а чё я... Как... Стой. Чё случилось? Что происходит? Чё я внутри? О, вылез так удобно стало. И чё-то стволом не могу управлять, лол. Не могу поворачивать именно. Как заледенел там фушбаки вьетнамские. Да чё я выпрыгнул? Я не хотел выпрыгивать. Гениальная игра. Просто есть. А если ты сядешь без этих? Чё будет? Сейчас узнаем. Диджей Пу. Диджей Пу. Как я понимаю. Тебя выпущены. Дерево. Еще чуть-чуть и все. Да блин, не могу нормально сесть, его крутит типа без этих хуин. Я сел, а он как будто там, знаешь, намазано пузо маслом. Вот так же сел и нормально сидит. Нерв такой посмотрел. Damn son, you are good. Никак не съехать. Только 4 а, можно. Не знаю. Хорошо. Кучу, блять, хуйню поставили посреди дороги.
Эти тоже так же прям в нее врезались. Эти трубы сталкера. Тихо, тихо, тихо. Ты себе еще не агры, не шахиды не обойдут. Да. Иди нахуй, блядь. Вот меня примерно так же. Двигаются, блядь, под колеса совсем малышонные садомиты проклятые. Блядь. Негры, сука, дубовые, прям машину подкидывает вверх. Ты приезжаешь, это говно. И знаешь, как в мультиках, на кожуре подскальзываешься там. Бабосы в зеленых, блядь, машинах. Ты что-то вообще, это вообще ничего не понял. Ну ладно. Они всегда такие были. Я не помню. Скорее баг, что они в зеленых машинах вообще ездят, бабосы. Просто вот только заметь, это сраные бабосы в зеленых машинах. Странно. Да, да нормально, вот прям сейчас. Блять, повезу отцу. Депортация. Сраный Бонд, блять, появился прям перед ебальником. Ой, я въезжаю на работу на свою. Тихо-тихо-тихо, тормози. О, все. Опа! Как хорошо прыгнул. Видел, как классно полетел? Тебя ёбан, что ли, только? Конечно. Видишь, как колбасит. Можешь сам попробовать. It's safe, it's fun. Да. Пробуйте дома. Эй, слабак, давай по-настоящему. На что надо упасть-то? На эту херню, на выключатель. Ну ничего такое. Значит, остановился. Да я перепроверить. Что? Так... Ебучая физика, блять. Все поломалось. Сбей его. Вот так? Наехал, даже на два наехал. Самое смешное, видел, как негр одевал шлем на мотоцикле, как перед ним, как въезжать в меня. Блин, еще закинь салон ямку, знаешь. Сейчас покажу. О, смотри. Да блин, сейчас запрыгну. Вот. Сука, ну слюна. Че мне похуй? О! Кульбит такой прям через забор. За забор я отправился. Бжих. Так высоко летишь. Да, от падения больше дамага, чем непосредственно от самого ёбатокова. What a fucking disappointment. Так что гравитация опаснее, чем электричество. Бах! Нас не пропустят, да? Я ж помню, что сбоку надо объезжать по-любому. Team Soldiers. Так, вот тут, по-моему, сбоку можно перепрыгнуть сейчас. Они сидят на пособии и нихуя не делают. Это что было? Они с кем не воюют, нихуя не делают. Да. Блин, тут... Хотел выехать, джип врезается в дверь закрытая. Не может выехать. Сними, у тебя же есть Shadow Play, я надеюсь. Да, есть, есть. Сними это дерьмо. Будет забавно. Не тут тоже, да? Не тут, да. Сука. А, вон, мимо уже этажа где. Сейчас. Ска. Фары целые? О, да, фары целые. Да. Люблю эту хуйню. Ну так разгоняются и врезаются в эту дверь. Блять, все равно не та гора.
теперь уже точно, блядь. Он 100%, блядь. О, даже вот едет как по ровному. О, вот это оно. Угу. Ос. Ос. О, кто-то уже спиздил. Это Урбан заказал, это его личное. Ага. Да по нему уже шмаляли. Так он полетел, типа, крутой. Ай, подбили. Падаю. Да выебывался. Как начали. Так. Будешь истребитель брать? Смотри, да. Какой пизда. А, так я ж мост один был смайн сказать это. Давай. Поехали, трещи. Я тоже истребитель спизжу. А что меня убило? Внутрь поехали. Ой. Ой, блядь, танки. Быстро валим нахуй отсюда. Сука. Ну ладно, тебе повезло больше. Живи, друже. Я танк нахер. И подбили сразу. Ну, было интересно. Да. Подсаус. Let's see what they look like. There, make it look like that. Put it in their face. Now let's go take some drugs. Yeah, hail Satan. Извините, я не слушал. Ай! Давай, Дев. Be waiting for you, human. Че? Out of area было. Вот это бесит. Хрен пойми, почему out of area постоянно это. За это хочется убивать просто. Lot more cocks. Нормально, вы там все живы? Хорошо. Да все, едем. Масленки? Уже сразу поворачивают на тебя такие. Хорошо, что они тупые. Так, я его вправо веду. Заманцевали. Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. А, это коп. Бэм-б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 э
Так, перекресток проехали? Да, все отлично. Ну, если их по ним не стрелять, они нормально себя чувствуют. Да, они вообще по барабану. Когда шмальнешь, то сразу за ствол и хватается. Дуалу ему так сразу достают там из штанин. Так, все живые, хорошо. Да, даже перебей. Так, сейчас не забываем, на горло сокращаем. По горе быстрее и чуть-чуть. Впереди, я не знаю, как вы там сокращаете. По горе там, чтобы по серпантину не ехать, по горе можно спокойно. Расстреляем там сейчас с дефом. Ой, стреляют. Вот сейчас налево поворачиваешь, не по серпантину ехать, а налево. Вот сюда.
по серпантину чуть быстрее получится. Я сейчас там копов расстреляю, а то они там в засаде сидят. Все, можно поезжать. Don't worry about the cocks. Don't worry about the cocks. Пам-пам-парарай. Вот бесит, что вниз надо съезжать обязательно. Да, триггер надо зацепить. Сраный. Я постоянно скатываюсь прям на днище. Не успеваю там секунду притормозить, а оно все сразу на максимум. Я сейчас через это. Погоди, через... маслину поймал. Зараза. Надо через аутистов ехать, через альтруистов этих. Да он меня как-то через траву прострелил ее. На вас смотрел. Зачем на нас смотреть? Мы некрасивые старые люди. Та-там-там-парарам. Ой-ей. Выдвигаемся на спуск. Джеронимо, блять. Э-бом. Пока течет мой любимый кетчуп. 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 Самый удачный ран мы потеряли всего лишь 6 штук. Даже на куроме такого нету. Вот именно. Потому что мы профессионалы, ёпта. Не эти ссаные, блядь, индусы, как показывают. Вертолет загличевать. Ну ты черт. Да ты чё творишь? Мы ж лодку тебе на эту херню не подгоним. Скатывайся, блядь, скатывайся. Здесь одна нету, да, укрытие перекат. Деф, надеюсь, ты там нормальную музыку поставишь. Колхоз радио там, например, я не знаю. Блять, прям ебальником на водку получил так. Так, можно. О, ты Алекса Джонса мне снова включил. Not bad. Not bad at all. 5000 и $7 мы потеряли. Нормально. Или стой, я обосрался, как всегда. 5507. Вот. Да. Куда ты, блядь, выпрыгнул? Бульк. Все равно сидишь там. Бутылка прочно привязана была. Где мне еще? Своей палкой махать. Так быстро, блин, прошли эту херню. Все. Палкой махает. Размахался. Сука, буйный, блять.